Значит, сегодня заезжали на позиции. И в итоге вот, говорят, что там бывают, что русские мародерят. Или кто-то, ну, вообще солдаты мародерят. Я скажу так, что это не солдаты мародерят, это соседи, люди, ну, те, что люди повыезжали из-за обстрелов. Получается, соседи мародерят. Сегодня видел такую фигню, что, получается, мы заходили на точку свою, и два мужика разбили окно. Ну, мы же ничего не... Скажем так, нам не сильно-то и палиться можно, блин, в этом Торецке. И в итоге разбили окно и начали вытаскивать вещи. Вот так вот. А все говорят, что там солдаты мародерят. Да нифига. А когда эта война уже закончится? Ну, ё-моё. Уже хочется вернуться домой. Все пацаны вернулись домой. Не все смогут, но хотелось бы, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Это главное. Больше никто, кажется, ничего не надо. Хай уже что-то делает. Потому что вот этот ихний бизнес на нашей крови. Сколько пацанов инвалидами вернется после этого фронта. И опять же ТЦКшники совсем уроды обнаглели, мусора так же самое. Ну, я не говорю, что все там мусора обнаглели. Те, что менты пошли воевать, они красавчики. Респект и уважуха. Ну, не ТЦКшники, блядь. Такая фигня. Еще ж на стрёме сидим всегда, потому что говорят, что в Торецк зашли русские, переоделись в гражданку. И теперь ходят по городу. Около 200 человек зашло. Ну, это так, нам информацию дали. Такая фигня.